Музыка, не правда ли? Дети счастья, не правда ли? Что делать, когда цветы жизни превращаются в кактусы боли? Посмотрите, например, на этого малыша. Кажется, он чего-то хочет, но мы просто не можем разобрать, чего из-за этих истерик и крика. Что делать? Начинать, получается, уйти у ребенка на поводу, он будет всегда манипулировать данной ситуацией. Не дали, заплакал, постучал, покричал, ему в любом случае он добьется, да, этим методом то, что он хочет. Даже если вдруг сильная какая-то агрессия, даем листок бумаги, он его в клочья разорвал, подошел, мы еще раз обговорили данную ситуацию, и по-другому можно уже подойти и позволить ему дать этот предмет, который бы он хотел. Дети бывают разные. Кто-то устраивает истерику, а кто-то уходит в себя, обижается и больше не общается. Под этим тоже может быть скрытое манипулирование. Ну, попробовать его отвлечь более, допустим, какой-то другой интересной игрой, либо что-то ему показать, не касающееся данной темы. Он отвлечется, все равно он выйдет с тобой на диалог. Можно все равно с ребенком, какой бы он ни был, с ним договориться можно. Найти компромисс в любом случае, это же дети. А что, если в конфликте уже не участвует умный взрослый логичный человек, который все может быстро исправить? Что, если на ваших глазах двое ребятишек вот-вот устроят драку? Сначала понаблюдайте, если дети не способны решить конфликт самостоятельно, вмешивайтесь. Старая как мир считалочка поможет ребятне помириться. Еще малышам поможет помириться техника лучей солнышка. Игра, где они говорят друг другу добрые слова и распускают солнышко. Помните, в отношениях с ребенком главное не манипуляции и уловки, а коммуникация. В семье, где взрослые умеют договариваться и общаться с малышом на равных, ребенок истерить не будет. Усвоили урок будущие отцы Роман Пастушок и Денис Шабанов.